Значительно увеличить производство сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса, на 28%, такая задача поставлена ленинградцами в социалистических обязательствах на 11-ю пятилетку. Весомый вклад в ее выполнение вносит коллектив совхоза «Пашский». За успехи, достигнутые в 10-й пятилетке, это хозяйство удостоено ордена Трудового Красного Знамени. На торжественном собрании высокую награду Родины вручил коллективу член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов. Животноводы Пашского не пожалеют сил и энергии для увеличения своего вклада в реализацию продовольственной программы страны, говорили участники собрания. Григорий Васильевич Романов ознакомился с комплексом, беседовал с руководителями совхоза, специалистами, операторами. В нынешнем году труженики сельского хозяйства области дадут государству 195 тысяч тонн мяса. 10,5 из них поставит Пашский. Сегодня это одно из крупнейших откормочных хозяйств не только в области, но и в стране.